Чаще всего детские площадки представляют из себя настоящий кошмар. Сломанные горки, баскетбольная площадка без колец, да и карусели, которых сейчас нет. Так, на улице Островского жильцы неоднократно жалуются на состояние своей. Родители с детьми гуляют здесь каждый день. Нам двор нравится, но хотелось бы, чтобы он был более благоустроен. Песок в этом году не привезли. 2 года привозили, в этом нет. Горку сломали, карусели сломали. Вот. И дети играют в футбол, мячики улетают. Рядом находится еще одна детская площадка. Песок в ней не меняли уже 2 года, поэтому она превратилась в настоящий туалет для домашних животных. По словам местных жителей, горки всего ничего. 2 года. И за это время ее уже успели испортить. Но гулять детям практически негде, поэтому и приходится кататься на сломанных каруселях. Буквально через один дом открыли новую детскую площадку. Она еще не достроена, но мамы с детьми ее уже облюбовали. Но недовольные всегда найдутся. Совсем недавно в социальных сетях выложили фотографии этой площадки. Человек негодовал, что за короткое время детскую площадку уже успели испортить. Правда, наша съемочная группа на месте не обнаружила ничего страшного. Только немного грязи, которую принесли дети на своих подошвах. Рядом с детской площадкой находятся и тренажеры. И единственный недостаток здесь – это отсутствие высоких бордюров. После дождя грязь вымывает на площадку. Правда, местные жители, которые нам встретились, понимают, что строительство еще не закончено. И стоит немного подождать.